Авиакомпания Fly Dubai анонсировала возвращение рейсов в Дубай. Уже с 26 декабря из Одесского аэропорта можно будет вылететь в Объединенные Арабские Эмираты. Планируется два рейса по субботам и вторникам. Вылет из Одессы будет в 15:30, а из Дубая в 11. Стоимость перелета составит от 200 долларов. Сумма зависит от даты. Отмечу, авиакомпания подчеркнула необходимость соблюдения правил полета во время пандемии. В течение всего рейса пассажиры должны находиться в защитных масках, а экипаж – в перчатках. Напомню, минимум до весны полеты из Одессы приостановили лоукост-перевозчики Ryanair и Wizz Air.